Привет, это Карманов опять, каждый день, Дейли Карманов, Тудейли. Вот, и сейчас мы, уже настроив арфу и фортепиано, попробуем прям с нуля что-то начать придумывать вообще, без картинок и каких-то референсов. Не любим мы референсы. Конечно, композитор всегда хочет, чтобы образцом для подражания была его собственная музыка. Но так бывает крайне, крайне редко. Попробуем. Оп. Ну что, просто начинаем импровизировать, включая запись, включив запись. Оп, запись идет. Сначала нужно включить. Так, еще раз. Вот отсюда. Надо, чтобы было два такта, да? Почему-то по 6 четвертей. Вот, поставили два такта. По 6 четвертей. Сейчас что-нибудь наиграем. Видите, никакого разговора про великое предназначение композитора и духовные красоты, высоты нет. Они потом придут вам в голову, возможно. Включаем запись. Еще такт один. Надо выровнять, наверное, или так ничего. Первую нотку воткнуть. Видите, прямо берем и рисуем первую нотку. Почему-то си получилось. Громкость ей. Вот внизу это, видите, громкость. Вот можно увеличить громкостную шкалу. Да, в общем, не надо выравнивать, я считаю. Какое-то ощущение, что... Кривизна ужасная, конечно. Давайте выровняем, что ли. Вот, поставим квантайз какой-нибудь четвертями. Кнопочка Q. Ой, нет. Все-таки восьмыми. Давайте-ка мы триоли. Вот и ровно триоли. Включили фортепиано и играем, не знаю что. Thank you.
больше. Сидеть в одном ладу, си бемоль.
мне нравится. Давайте-ка поищем другой звук какой-нибудь. Надоело вот это. Рояль, арфа, да тоже. Что у нас там есть? Здесь что? А, вот какой-то барабан. Давайте опять стучим. Барабанов хватит. Надо барабаны. Давайте третий медиканал. Третий поставили медиканал. А здесь у нас есть наш прекрасный контакт. И найдем здесь что-нибудь. Арфа, эмбиент, барабан, рояль. Четвертый канал нам нужен. И сейчас туда что-нибудь поставим. Что есть у нас? Смотрите, список большой. Вот это я мотаю количество моих библиотек. Это только те, которые имеют картинку. Там еще много без картинки. Вибрафон. Натыкаемся случайно. Вот оно грузится, загрузилось. Смотрите, какой красивый есть прибор, невероятно. Мы сейчас его туда поставим. А вибрафон у нас загрузился. Вот он. Попробуем. Тут можно подкрутить стерео, тремоло, ну и так далее. Все можно. Запись.
Пятый канал. Что у нас еще тут интересного? Ну, чем вас поразить? Хором? Давайте расширенным фортепиано. Вот я люблю все эти вещи имени Петя Айду, моего друга дорогого, любимого. Это вещи, имеется в виду всякие запчасти фортепиано звучащие. Смотрите, тут чего есть. С этими самыми смычками. Еще один такой открой инструмент. А, это записать еще надо. Альфа-орган уже был.
красивый инструмент, аскен. Мне он нравится. Thank you.
Так, это неинтересно. Все ритмическое здесь. А будет у нас помещение наконец делать? О, поехала, видите? Надоело! Хриплый голос, извините. Похороним все плохое. Так и работаем. Thank you.
Поехала опять. В общем-то, не надо никакую сонатную форму, развитие и что-то еще. Доигрывать за мной сам. Часики кремлевские. Почему зовут нас часы эти, как думаете, по поводу завтрашнего дня? А? Чего завтра будем делать-то? А что делать? Что, гулять будем? Как оно, соединение политики и музыки? Живой музыки. Напоминает, наверное, уже какой-то стендап-проект. Разорался, да? Ну ладно, хорошенько вот понемножку. Я все-таки должен уже сам с собой заняться работой, потому что это все для вас. Это такое шоу продолжается, но только уже музыкальное. До свидания.